На базе Академии наук Республики Татарстан состоялось заседание комиссии по татарскому языку. Подробности далее. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Государственного совета Республики Татарстан Марата Ахметова. Участие принял ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он является членом Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Большой объем фундаментальных изысканий ведется. Но в области преподнесения этого материала, то есть каким образом смотивировать изучение, в том числе и татарского языка, сегодня этим проблематикой никто не занимается, как таковой. Точно так же сегодня жизнь меняется очень быстро, и мы видим различные, в том числе и негативные вещи в области школьного образования. Школьного образования в целом, не только касательно татарского языка. Да? Поэтому назрел давно вопрос о создании на площадке Академии отделения педагогического образования, который бы в том числе занимался и вопросами изучения или дидактики татарского языка и преподавания татарского языка и литературы. В своем докладе о стратегических исследованиях в области национального образования языка и литературы Радив Замалединов подчеркнул, что одним из самых больших и нерешенных вопросов является отсутствие соответствующей научной аналитики, в результате чего ощущается нехватка необходимой координации действий. Также здесь обсудили вопросы, связанные с исследованиями в области татарского языка, литературы и культуры. В настоящее время наряду с нашими успехами имеется еще ряд проблем, которые предстоит в самое ближайшее время обсудить. Было бы замечательно, если бы в объявленный президентом Российской Федерации год науки и технологий и президентом Республики Татарстан год родных языков и народного единства были приняты принципиальные решения, которые мы уже довольно-таки долго ждем. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз.